С набором есть, да? Если такое возможно, конечно. Ну ща, я поищу. Короче, если вы не против, я поставлю на голос. Так, Накс, да? Накс 10. Написал, 9. Короче, в этот 10, ну что зайдет. Лида, а что нам осталось? Военка. Военка, Тёмка и Ледяной. Пикните шкаф. Добиваем после разувия, плюс чулка, маски и одно тело. Я думаю, в принципе, мы и так осилим пока что. Кто там, Денис? А вот сайтом с интернета насчет тактики Йоксарона стоит верить или нет? Конечно, стоит. Все основное написано. А который трэш выходит, называется «Страж Йоксарона»? Я не знаю. Я знаю, что бессмертный. А когда мы перестаем... Ой, там Редрик мне пишет, Касан. Не надо пугов никаких только. Ну, наши кто-то или вас отойдет, зайдет, или так да принесем без них. Нематрончиков ФК пишет. Мать моя. Что происходит? Ну, какой-то паладин согрел трэш. Какой-то паладин танка в пике, но в шмоте ли танка или без шмота танка? Это был Денис, да? Да, это был Денис. Паладин, который гном, это точно Денис. Запоминай. Вот гоблин. Гоблин, гном. Посмотри, рост мой рост и его рост. Клипса сейчас зайдет. О, Ванка. Он 3-4 хил будет. Я пойду тогда на Рогу. Да? Да? Нет. Не слышу. Война. Я не знаю, что делать и что хотите. Ну, типа, у нас, смотри, шаман, мищер, идем в ДД. Так я могу и лом, и ТДшкой быть, как хотите. А я его не засуну, тут я одна. Да потом в шкафу босса поставим. Вот, все, нас 10. Три шамана, мать моя мия. Такого у меня в жизни ничего не готово. Я еще шаманом хотел зайти. Заходи, четвертым будешь. Это же хил. Три от шамы. Вот, вот ты жаловался, что от шамы нету. Теперь нас сюда. А что за три вида щупали? Завтра, короче, я сейчас уже не в состоянии впитывать информацию. Завтра буду изучать эту херню, что, куда бежать. Куда бежать, кого бояться. Когда будет начал говорить так, я просто возьму. Я открыла на фоне сайт и стала с него читать. Просто, ну, как бы, как на лекции, знаешь. Пытаешься что-то воспринимать, но не работает. Ничего не работает. Я как просто на гомер с обезьянкой. Вон, вот этих вот микрорыцари бейте, они бьют сильно. Вот нас и 7 кило, сейчас нас мало кило. Я стану кинула? Чё же? Там же летит.
Больше я не могу сам кидать. Сало только последнее. А еще один рыцарь остался. Как пошел. Ну все, уже не так больно, когда вдвоем бьешь. Все, шикарно. Ну, если бы я, видишь, сука, если бы я еще Элемом играл, я бы сказал, конечно. Сейчас я гляну твою шму. Ну, да не, да, блядь, да не пуха. Ну, пуха, конечно, да, что там минус 100-150 СПД. У тебя шмот хуйня, понимаешь? У тебя шмот, какой он там, с быстрого старта есть, вот эта вся параша. Шея вот эта обоссана, видишь, там 50 СПД всего лишь. Она, ну, полностью шмот обоссана, видишь? Все в шмоте дело. Тут надо... Подарился? Да, два кольца хороших. Вот вместо этого обоссанного с МП5 синего надо какое-то нормальное. Вместо тапок. И все сокеты, все эти стали, всю хуйню. Вот, допустим, у тебя почему ШП больше дает? Потому что там эти... Не сказать, что супер камни, там супер чар. Там пару чарок нету. Там просто бонус 4 проф. С кожевки идет. Сразу банку я пью, блядь, бесплатную, считаю, вот у меня 70 СПД. Это уже что-то. Плюс на кольцах чарки. И плюс на плаще это прокает 450 СПД. 450 СПД прокает, блядь. Это прилично ДПС добавляет. Вот. Ну и плюс, конечно, на голове вот эта хуйня, вот посмотреть. Вот у тебя вообще кольчуга, и в ней метасокета нет. Метасокет, он 3% критического урона дает. То есть 21 критическую это к рейтингу и 3% критического урона. То есть, допустим, у тебя будет не 1000 крит, а 1030. То есть уже больше. И все будет больше. Все криты больше будут на 3%. То есть с этих мелочей все складывается. Это все потихоньку все это одевается. Плюс капы там какие-то, может, меткость должен быть кап. Все это параша, это все долго будет одеваться. Это все быстро так не сделаешь. Кстати, а куда Ёж пропал? Ёж переезжает, но в Дискорде вижу, что он там игры другие играет. А ну, Ёж? Что-то там где-то не понравилось, или он просто как повод сказал. Что-то ему за ДЦ не понравилось играть, и после того я его больше не видела. А, когда какой-то непонятный шаман, который гипнул, сказал, что его ДЦ полная параша? Да, вообще, люди такие неженки, и в то же время люди такие ужасные, что друг дружку обзывают. Тут каждый второй недавно твина качнул, или третий спек одел, как бы. Блин, я устала скакать по этому кругу. Все правильно, но ты назови тех людей, которые в этих спеках играют, 25-ка людей. Это кто? Он Денис, я, потом кто? Гнидыч, он играет двумя персами, Локом, ДК может играть. Потом кто еще спекается? Задрулю, Визирия. Ну, мало людей. Вот Азраила взять. Вот тех людей, кто в 25-ке в актуальной спекается в спеках и играет свою роль, их мало. Их 5-6 человек всего лишь. Так что тех, кто делал вторые и третьи спеки, их мало очень. Чтобы их одеть, их надо хотеть одеть. Так, в чем? Прием. А где Абоб? Абоб сказал, сейчас 5 секунд, у него там все повисло, бла-бла-бла. Нас распределили пока что, я вам рыбу поставлю сейчас. Ну, Денис с Настей здесь, и наверное, я с вами буду. Я же даже а не знаю. А Дениса можно в ретрике, к слову. Да, да, в ретрике, потому что тут в танке нечего делать. Он даже, наверное, один справится, вот не знаю, как ты думаешь, я вот не помню. Или одного ДПСера поставить? Да. Одного ДПСера дай мне все равно. Какой-нибудь сбитие коста. Рогу. Роги нету. Элима какого-нибудь. Вон, Тагар с нами будет. Пускай Тагар будет с вами тогда. А все остальные на ту сторону. Пешком лететь, пишет. Пешком лететь, это как понять? Лететь это пешком, значит, это... Как я думаю, как-то сюда по другу опять кинуть или чего-нибудь другое. Дай тогда я в этого с ДД раз. Войд.
Ага. Что-что? Подходи меня. Где ты? Вот рядом стою. Так, что ты сделать? Подсадить? Левитацию. Так, сейчас. Мелкий шлейф. Он все это время слушал. Это, Денис, ты, короче, это самое. В ретрика спекнись. Тут потому что мы этих зергать будем, короче, петухов в одного танка. Как он называется? Я думаю, аниматрончик выдержишь. Настя похилит. Чё ты говоришь? Здесь стоит, да? Только в ретрике. Да-да-да, я в ретрике. Здесь стоит. А. Да ты в танке. Ну, в смысле, не здесь, вот тут этот трэш побьёшь с Настей, и у вас будет этот Тагариус в Элеме. Всё, я тут. Только ты в ретрика прыгни, а то у вас Всё нормально, все нормально. Ты спекнись? Всё нормально. Всё нормально. Нормально. А то у тебя ДПС здесь не будет в этом самом. Будет. Надо, да, ты там... тут один ДПСер. Ты понимаешь, там... что наш Тагар такой тоненький, что он там страх. Два куска ДПСа всего дает. Там все 1.5. Я готова. Го пулять. ДС после босса починить постараюсь. Роутер задели. Короче, вся система пошатнулась. Ты... Скажите мне, нахрена мне вот эта вот фигня прокнула? Чё это такое? У меня этой херни 20 штук. Это на продажу вендору. Оно всегда так прокает. Оно чё, ценится кем-то? Кем-то? Войдом может быть ценится. Кинь Почему? Ему в хлам Войда. Засыпь ему того. Я знаю, что на Сирусе на X2 было это. Как она называется? Банка. Да какая банка? Квест какой-то был. На кристаллы там, блядь. А, да-да-да. Здесь. Ну что, ты спекнулся в ретрика? Все нормально, я в ДДшнике, да. Да блин, ты в танке, я же вижу. Все нормально. Тогда запускайте босса. Ой, Войд, а ты чё с нами? Ты эту бафни, как она называется? Неистовство, как она, блядь? Так зачем? Я ж ДД. Ты танк, ты здесь держишь мобов. Чтобы мобы на тебе были. Да, чтобы они, а то на РДД побегут. Видел? 4000 дал ДПС. А, уже 2600. Ой, это я зря. Чё, пан, я смотрю, ты на БГ просто живёшь. Ну блин, я хочу этот дирижабль дурацкий. Там за 2 седла ярости продаётся двухместный дирижаблик. Который летает. Да, летает. Летающий двухместный маунт, ты прикинь. Он за 10 тысяч дается или за 15? Чтоб 12... девочек возить на них. 12500. Точно, ты шарик. Я этот... как там? Недавно челика... Ну, когда только сбросили же кап весь этот. Смотрю, у челика уже как бы... Ну, как у тебя примерно. Рыцарь-лейтенант, кто там? Я просто в шоке. За неделю вот играть 100 или 200 БГ, это вообще реально? Там две смены ребята играют, то есть, ну, с семьей. Отец встает, сына сажает. Не, ну, там нереально. За неделю, смотрю, отыгрывают по 150 БГ. Ладно, там на кап отыграть. Сын в первую смену учится, а дочка во вторую. И, то есть, утром она играет, вечером сыночка, сынишка. Понимаю.
Хорошо, когда большая семья. Я думала, ты уже там и умрешь на этом БГ. Да нет, зачем я? Там. Я ж так жил там. Не на износ играю, я вон, пока БГ играл, что-нибудь смотрел. Смотрели фильм «Адвокат дьявола»? Я смотрела, да, офигенная херня. Ой, я так прям обрадовался концовкой, я вообще просто. А то, что там, когда... Это ему типа сон приснился, но на самом деле... Да. Ну, короче, все обратно вернулось. Опять. Ну, мне вот больше всего жалко было, когда вот его жена в этой психушке там оказалась. И... А мне не понравилось то, что он свою дочь решил на... поженить на своей своего сына. Не пойму, короче. Это странно сделал, я не знаю. Какая-то хрень. Мне не понравилось это. Я очень обрадовался тому, что вот именно то есть, все это ему привиделось, что жена этот, с ней все в порядке, казалось. Хэппи-энд, короче. Да. Не, то ну мне, мне кажется, не хэппи-энд, там все равно. Все к тому же и вернется. Пока отец его. Это все равно хэппи-энд, потому что все равно, даже вот это обыгранное в такой в шутливой манере, то есть когда дьявол все-таки. Этот его подловил в конце. А в конце все-таки опять же ту же фразу повторил, что как я люблю вот это тщеславие, типа. И ты как бы смотришь на него, ты улыбаешься этому. Это как шутка у него. Он так пошутил. Интересный такой факт. Вот, вот актрису Шарлиз Терон. Ее назвали в честь отца. При этом вроде в возрасте 15 лет ее отец попытался ее застрелить из ружья. А мать Шарлиз Терон ружье у отца отобрала и его сама же застрелила. И суд как бы, ну, то есть как самооборона. Вот. А я «Менталиста» смотрю. Пятый сезон, последнюю серию, и в шестом сезоне уже развязка будет, короче, уже будет находить этого преступника, который убил его жену и дочку. А я вот «One Piece» смотрю. Я уже сериалы эти посмотрела. Что-то хочется, типа, элементарно, типа Шерлока Холмса, но он не находится. Поэтому я тебе говорю, «Менталиста» посмотри. Да нахрен твой «Менталист»? В смысле, это лучше, чем «Шерлок Холмс»? Ну, не думаю. Кто там знает вообще, сезонов. Что такое «Ментализм»? 6 или 7, по-моему. Тем более. Хотя я смотрю «One Piece», которому уже 300 серий посмотрела. Молчу. Так, скоро откроется дверь. Присыпаемся. Я, короче, во вторник должна была идти с третьим статиком в этот самый, в Ульду, но я была занята и не сходила. Вот так не смотрю на следующий день, а меня в статике уже нет. Неплохо так смотрю. Немых нет. А? Сейчас дебаф скажет. Незаменимых нет. Я незаменимая. Я им сказала, у меня все есть. Я могу вам танчить, хилить и дамажить. Они меня заменили. Вот скотины. Единственный день, когда не смогла. Вот. Зато я прошлась по магазинам. Скоро лето, надо запасаться красивыми вещами. А чё, со стаками пошли, да? Заткнитесь, пока...
Какие стаки? На босса, который мы... Босс, который на нас вешал. Понятно, чё. Блин, от кого-то это пипиканье, у меня аж ухо болит. Я же не танк. Ты танк. Забудь слово, что ты не танк. Так мне надо переодеться. Да, очень-очень все плохо. Ну, всадников, я думаю, в одного там, потому что этих свести и захуярить. Свести, а... ну не факт. С таким ДПСом не свести, Войт. Да все там свести, смотри, вон сколько люди дают, заебись. Блин, я брогой сходила. У нас не шкаф. Да ты, если, ну, если рога пойдешь, я вот не знаю, захилит ли кто там. Громобой Бигвар. С Бигваром этого аниматрончика. Пока его два босса будут пиздить. Вот это, ну, меня больше всего беспокоит. Тебя одного чисто хилить, я одного прохилю, заебись. Нет, нет. Это самообман. Пойдемте потом в ОСА. Или у всех КД? У меня есть еще персы, можно сходить. Да. Войт, мне турбоюжика отдали. Мне теперь очи. Все. Запас. Хан, еще паладин. Еще на роге КД нет. А, нет, на роге есть, на паладине нет. В общем, будем задротить. И я снова с вами. О, дряхлый. Ну да. Кстати, я переставила дома мебель так, чтобы, когда я стримила, не было видно моей мамы. Да. И получается так, что у меня роутер сверху висит, а этот самый удлинитель не дотягивается, ну не до конца. И получается так, что, ну, неправильное движение, и у меня просто не будет интернета. Так что, если что-то произошло, я пропала на 15 минут. Я нечаянно задела. Устойчивость. А ты вовремя, там аниматрончик вздыхает. Да ладно, фиксим. Действительно. Так, есть материалы. Я какой-то странный билд на ШП сделал вообще. Не вкуриваю, что я там вкачал. Не, ну что. Какой-то... Как он назывался? Ай, забыла слово. Блин. Слово на языке крутится, а вспомнить не могу где-то как-то. Что вы делаете, чтобы вспомнить слово? У вас бывает такое? Бывает. Я еще и мои скромные. Открой свой дворец памяти. Вот, у меня так не работает. Купите стало памяти. Я зашел сразу. Этот дай обоб этот самый столик. И короче, ты будешь сейчас этим, как он называется? Жертвоприношение. Кто еще? Ты будешь. Ты пойдешь со мной, я тебе все объясню. Окей. У тебя, короче, ассист есть, там и поведешь его. Ну и Денис там даст. На пана дай этот камень. Как называется? СС, бля, его. А чё, не на меня?
Ну хочешь на Настю, ну какая разница, как хотите. Он уже на него кинул. Ну иди с Денисом. Ну я с ними пойду, объясню и уйду. Иди, иди. Так. Там на кнопке. Дряхлый, похавай. Чё ты там прыгаешь? Кто там? Где дряхлый? Вот он я. Так. Когда похаваешь, сейчас на себя меточку поставлю. Звезда, иди за мной, как похаваешь. На меня кулак, пожалуйста, не МП5. Вульду 10 пускал, надо весь инст закрыть или только лича? Да, падение Ноксрамаса. Ачивка должна быть. Либо десятка, либо 25-ка. Короче, весь. Иди сюда. Ни одного босса нельзя брать. Вот этот вот глазик. И не шевелись. И у тебя в бафах появится такая хрень потом. И она будет у тебя длиться 3 минуты. Ты ее у себя найдешь, у тебя какая-то новая появится баф. И будешь говорить нам, когда останется 2 минуты, когда останется минута и полминуты. И все. Это вся твоя задача. Отслеживать и говорить нам. Ну, когда короче... мы прибежим сюда все вместе... тебе, ну, ты себя снимешь. Ты же знаешь, как с себя бафы снимать? Да. Да, ты ее снимешь и начнешь бегать. Ты же знаешь, как работают боссы, чтобы тактику не объяснять? Ну, типа, да, там, перебежки. Да, стаки больше 3 не набирай. Настя, все, иди. Вот сейчас... там... Да, бегу. Пан, за... Реги есть, пан? Я тебе дам. Короче, этот, кто он? Тагариус, где? Принимай готовность. Все, кидай диван, вставай. И на ходу бафай себя. Настя его бафни тоже. Что, тут рыба была, нет? Я бафую МП5. Или кулак. Я готова, все. Пуляйте, пуляйте. И сразу агрите с двух сторон. Я право, допустим, всё, с агрой. Пуляю. На пула нету, смотри, сразу этот Картас, когда будет, когда подойдет к тебе, прожимай ярость берсерка. Все вместе становимся, все вместе в одну становимся, точку. Потому что метеор работает. Слушаем, Геру сдаем и бьем Картаза. Да, Картаза же? Картаза. Сейчас метку на него поставлю. Ромбик. Куда вы пошли, блядь? Кто это говорит? Да, да нет, сам сказал. Я, блядь, запустил блоков, а не убил. Все, давайте бьем хорошенько. Глином в танке. У нас уже есть как минимум 2 стака. Нам нужно постараться до 6 убить 2 мобов. Так что 2 минуты. Хорошо, услышали тебя. Слышь, прокурируй, время закончится, что делать? Мы тебя еще раз забафнем таким же бафом на 3 минуты. Я надеюсь, время не закончится. 4 стака. Нам придется... Надо было тебе в ретрике быть, а ты в танке. Пан, ты прожми бабу. Я пошла, короче, сброшу стаки, иначе мы вайфнемся. И все, кто может, идите сюда, прям вот в край, и сбрасывайте стаки. Ривендера. Нужно прям на максимальный рейнджот идти. Иначе он вам... Ты отведи его, Денис, от нас. В ту сторону немножко. Ну, заебись, вы. 50 секунд. Тебе надо было в ретрике быть. Мы же рассчитывали на то, что их задамажить. Я что-то прослушал момент. Что мы не с... как бы сводить мы не успеем. Сколько у тебя там стаков? 9 стаков? Давай я попробую. Под бабу. Иди беги быстрее отсюда. Я понимаю. 20. Сейчас Ревендера убьем, поднимем. Меня к такому жизнь еще не готовила. Танчит. Хилия. Сейчас постоим здесь. У тебя сколько там минут осталось-то? 3 секунды. 3 секунды? Ах ты скотина. Бам. Я говорил. Быстрее.
Эй, пам, кидай ему боб. Боб, боб, что там? А я в сосульке. Сосульки. Ну ты хорошие, хорошие сосульки. Налево вам оба кто-то идите тоже. Дайте, я... дайте что-нибудь. Да ничего не надо, выходи с лужи и начинай дамажить. Кто вот там стоит возле лужи, наблюдает. Не забудьте, что нужно держать ранжу, даже когда вы перебегаете, потому что зелик кидает гнев небес. И она как бы переходящая. Вот вы идете 8 человек в кучке, а он возьмет вас и как, долбанет? Так. На 3 стаках давайте меняться. У меня 2 стака, правда. Да, убегай. Видел гнев небес как кинул? Правда, не задамажил. Кстати, этот моб стал меньше бить. Раньше он бил не по 3000, а по 1007. А в 25-ке так все 13000 выдавал. Очень тяжело было бегать и дамажить. Ой, хилить. Особенно, когда ты бежишь, а он в тебя 13000 дает, и следом же гнев небес. А потом будет жаловаться, что вы падаете. Ну что, я правду говорю? Нет. Ну ты ж не бегал. Я тебе расскажу, до вот этой гильдии, я когда познакомился с Базукой, была гильдия, я не знаю даже, как она называлась, уже забыл. Там Ерошка был, короче, типуля, он был РЛом, вот, и, ну, там вообще такой бред был. И смысл в чем, что я был на руке, и я бегал. И это было жестко. Ну так смотри, ты хоть К сбиваешь. Если К сбивать, то вообще хилить не надо. Поэтому сначала ставили там элимов с ДКшками. И я вот когда бегала, я просила именно ДКшек, чтобы они с К сбивали. А я паладином, у меня один стан всего лишь. Ну и расовая билка на сало, все. Набивайте, что тут уже. Блин, так все сейчас просто окажется, а вот 2 месяца назад казалось, что-то ни хрена тут не просто. Да, не 2 месяца назад, все 3-4 месяца назад. Я пришла и на первом же РТ умерла сразу, на первом же боссе. 2 минуты проходит, я лежала. Не бегите, не бегите, не бегите, не знаю, потом, не знаю, мы бежим так, напрямую. ГЦ с посохом кого-то, оказаться и грудноком. Типа друлевской посох или что это? Да, друлевский. Да, ГЦ. А дом не работает. Это бегвару надо. Ну да, дух поста. А кто выиграл посох? Бегвар. А, ну одевай сразу. Надеем. Там хосты больше, СПД больше, заебись. Там зачарен был на 63 силы заклинания, этот не зачарен нихуя. Да, сейчас зачарит. Чего там осталось, этот самый? Чучу, Хейган, Изи, короче. Ага. Сапсюрон еще остался. Ну да, Сапсюрон это босс, на котором... только спекнись в этого, в Ретрика, а то этого аниматрончика в хил, по-моему. И у нас и так сколько? 3 хила. У нас просто тяжко это все долго будет биться. Окей. Я, короче, Холи Приста, скорее всего, соберу. Но я не знаю, как он на этом контенте будет хилить. Ужасно, за него ужасно хилить, я тебе так сразу нет скажу. Ну... Типа, да, старайтесь серьезно воспринимают нигде. Старайтесь сделать так, чтобы у вас не было избыточного хила. А Холи Присты показывают себя там, где, ну, где просятка. Вот, все правильно Настя говорит. Чтобы вы понимали, Холи Прист это специализирующий именно на просадках хил. И действительно, за Холи Приста, чтобы был прок, это нужно прям, ну он как ассист хил, он не как хил танков, он не как какой-то ауе хил, он
нечто уникальное. Так он и крылья дает, и вот эти ускоряющие щитки. Это не везде как бы. Че, кто-то дох? Спрыгивайте быстрее. Сейчас, погодь, я релогаюсь, у меня доны забагались, не пойму, что такое. Я просто на холлике в свое время играла, вот год назад, и ДЦ-шки бегала. Действительно, чтобы холликам играть комфортно, нужно знать, где нужно хилить, а где не нужно. В принципе, вообще за любого хила это надо знать. Просто у Эрдру он специализируется на ходках. Омоложение, 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 буйный рост. Омоложение, 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 буйный рост. Все, вот ротация Эрдру. Кулипал, это одна кнопка свет не дает. Чё? Кулак дайте, пожалуйста. Вместо МП5. Ну... Я могу кидать им касс. Нет, это касс какой-то. Может, кстати, какие-нибудь этот ГБ. Я зачарю косо. Пожалуйста. Поставил. Спасибо. Нет, КД еще. Давай свой посох, Виглад. Сейчас мы тебя зачарим. Посох. Можете пулять, от нас ничего не зависит. А рыба, не? А что, выбегали? Ну да. Вот рыба. Ну. Слава тебе, Господи, что ты сказал это. А то бы мне не срывно было. Кто-нибудь кулак бафните, пожалуйста. Да подожди ты. Сейчас я бафну точечно. А ты меня сдавишь нахуй сразу, а? Пожалуйста. Я же умоляю, умоляю. Да, да. Вы еще не видите, я тут на коленках стою перед монитором. Ну все, я готов, типа. На речке или нет? На речке стоишь или на речке? О, спасибо. Че, погнали, аниматрончик. Хала, что не на 30 минут баф на финишке. Блин, целка хочу, пипец хочу, целка. Ой, кошка-морка, кошка-морка. Вы отходите от босса, у него агро скидывается. Вы когда тактику выучите, а? Он сбрасывает раз 20 с чем-то секунд или в 30 секунд, агро полностью даст. Да, да. Просто он сорвал и все. Нет, он не сорвал, он скидывает агро, обнуляет его. Танк не успел забрать обратно. Было дело, было дело. Я вот смотрю на кошку-мурку, себя вспоминаю. Вроде бы топ ДПС был, а все время лежал, он валялся. Так, не знал. А чё, Бэйра нет? А, этот, Биг Вин. Аниматроник резкий. Я тебе МП5 кину, а... Пан тебе подсказывает. Слушайте, а вот появились новые расы, ночнорождённые и ещё какие-то там. Вот у них же баф, который добавляет плюс 5% магии, ой, инты, раги и так далее. Они стакаются? Стакаются с чем? Друг с дружкой, если в пати будет один эльф бездны, а другой ночнорождённый. Это странно, если бы они стакались, я не знаю. Да, стакают. Совсем разные, эти бафы. Плюс 10% раги. Короче, у меня все залагало, блядь, и я перезагружу комп. Нет, чего ты не перезагружай. Может быть, отлагает. Типа ты лут потеряешь.
Потерпи пока, на трэше. Да он не отлагает, у меня, когда вот так вот лагает, то все пиздец. Ой, понятно, я такой раньше был. Статик 10, нужна сова. Сукин сын. Телепортировал. Успел. Ты пахнется, босс. Может быть, трэш загрим? А? Кошка-морка, иди сюда. Где твой пец? Загрим, а тут трэш. И сюда виды, видик, аниматрончику. Все, зашибись вообще, класс. А что так мало? Ну сейчас еще приведет. Все равно еще минуту ждать. Вон еще приведи летучих мышей. Оху. А Боб, иди сюда к танку. Сейчас еще 15 секунд босс появится. Ну вроде нормально. Нету Тагара, класс. А? Ну вот тебе плащ заебись, вот, если меткости не хватает, конечно. А что выпало? А, плащ. Рукин, кольчуга. Кольчуга, короче, крит хаст. Что, Андрю, надо ролить этот плащ или нет, расскажите. Ну, заебись, он как раз можно. Ну вон там и этот хил возьмет, или то два шамана других есть. Ну я не думаю, что Денису надо будет. Как много у нас Денисов. Тебе, этот самый Бигвар, тебе не надо ни меткость, ни хуя. Тебе надо дух и хаст. Все, скорость и дух. Как песня у Рамштайна. Дух. Духаст. Духаст. Да. Это формула, да. Эрдут.
А плагина, расскажи мне формулу. Плагин. Бабл. Бабл. Половина в шарик, блядь. Бабл камень дал раунд, блядь, формулу. Вара, чарж, бэш, покинуть тело, блядь. Да, Хорошо сказал. Было. У меня на кошку-мурку не хватает бобов. Так, я еще жду. По овер до хера секунд, чтобы не сагрить трэш и все равно агрю. Называется Аксромас. Как этот босс называется? Этот Хейген. Кулак, пожалуйста, пишет. Кошка-мурка. Ау. Да йоу, я ДПС из-за этого теряю. Без комментариев. Ну то, что ты лежишь тоже. Шо, шо там такое? Не вкачан талант на минус агро. Нет, ты неправильно говоришь. Я сейчас объясню. Он не вкачал талант и при этом жалует, что срывает агро. Улучшенное похищение. Это я жалуюсь. Нет, это он жалует. Это я жалую, что не хватает на него бобов. А че его надо качать? Давай говорить на тебя. Ага. Чё я? А? Сокращает время восстановления защиты. А чё он, что типа... Он так он же как, он чё, колдосом, что ли, трэш агрит или чё? Да не знаю, вообще, каждый раз приходится у него боб кидать на этом трэше. Да не, просто... Да какой боб? Он просто одетый лучше. Да даже два спятки такое происходит. Это прям на танк. Просто ДПСит раньше танка и все. Все готовы, в принципе, ничего. Ой, я не там. Ой, а заранее же нельзя. Ну го, я готова. Земля у нас, блин. Кошка, это он. Хотя, в каком смысле? Ебанись, блять! Ты забыл? Уже да? Что ли? Охуеть! Все, в пизду, да. Блядь. Че ты материшься так? Да я что-то сгорел. Я что-то не думал, что так быстро. Гореть должны мы, а не ты. Да. Ну вот подожди, пожалуйста, за меня, блядь. Теперь наши очки. Я что-то стою, дамажу, там баба еще, я все. Я лег. Прилег отдохнули. Говорят, что тотем очищения ставят на этом боссе. Где-то писали, да, в газетах? Да, а то я устала диспелить. А ну-ка, рассеивание. Варлайк, 5 штук. И пан, один раз. Не вставай, он бы не сделал. А? Ты бы не сказал, он бы не сделал. Так, тотем очищения поставили или я слепая? Это не источника мана, у него воздуха. Нет, я слепая. Так, сейчас мы идем в звездочку. Приготовились. Ой, страшно. Каждый раз, как первый раз. Ну, да. Убери. Медведь не опоздает. А кто-то, блин, после первого густа отдыхает. Да, спасибо. Я уже тут лежу, готовый. Ну и чё, блядь, захилитесь. Сейчас захилю, бабу прожала. Ужас какой-то. Опа, тоже прилёг отдохнуть. А громобой чей твин? Я ж показываю Ваня, квадратиком, где бегать. Чё, вы не можете бегать со мной? Да и звездочка тоже нормально бегает. Только если не в бабле. О, Геру дали. Зачем?
твинк рукожопа пишет. Это Ваня. Ужас. Можно отдать БР, можно отдать БР, можно БР отдать. Я же рядом с ним стоял, какого черта. Не надо, так убьем, тут этого нет. Берса нет. Да как это не достать? Ой. Какой-то максимально неприятный босс вообще. Ну, не сказать, не сказать. Для меня другой босс максимально неприятный. Лич? Какой, лич? Не, лич мне нравится. Идем, идем в звездочку все, быстрее, 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 оттуда машет будет. Мама, не успел, блять. Ну, заранее надо убегать, когда 4 секунды уже остается. А не 2, или 1. Уже пол рейда лежит нормально, короче. Ну, ты нам дал начало. Ну вот. Это тенденция. Сейчас пойду яичницу как пожарю, как припрекаю ее. Первый блин комом, короче. Ну а че? Это не твой первый блин. Ты же с нами ходил до спина. Я с вами ходил, я все равно лежал. Ты не учишься на ошибках. Это мой второй... Да я забыл, что-то что он так быстро бурстит, короче, я что-то вообще не ожидал. Что-то, блин, вообще нехорошо. Второй раз, и второй раз я уже лежу. Не круто. Мне кажется, первый раз 5 лежало. Хотя я хил. Это еще хуйня, вы Йоксарона не видели, блядь. Ой, вот, не напоминай. Там вообще жопа, да? Угу. Там такую хрень творили. Там, короче, пацаны, я вам расскажу. Вот убить этого мудака надо, короче, докторскую защитить, поняли? 4 энциклопедии прочитать. Еще 6 лет в рудниках работать, перенаваться его убивать. И только тогда может быть. Я хорошо его легче убить в Хардстоуне. Ага, перекса. Ой, кстати, кто-то Хардстоун играет? Я вот на БГшках залипаю. Я играл в Харсон, надоело. Какую бы ты колоду не собрал, нихер тебе параша пропадет. И все. Иди просто, ничего ты не сделаешь. Какой хан попадется на мелких, на буста, все. Ресу Бигвинт. Какой-то ужас. Шаман. Какой-то ужас, а не босс. Хочу пить. Так, кожа отказаться, отказаться. У меня какие-то доны ломают всю систему. Я не вижу, как выглядит мой персонаж. Спасибо. Вот. Слева сверху где показывается. ДПС 200. У тебя ни чарок, ни профессии, ни камней. Наверное, капа меткости еще нету. Какой тебе ДПС? Че у Войда почти та же фигня? У него хотя бы камни есть. Ты посмотри на свой шмот сейчас. У тебя вон полузеленый, ой, синий. Ты ну, намного да. Хуже. Там, знаешь, как 200 шмотки одного и того же левела. Между ними разница большая. Фиолетовые и синие вещи. Плюс еще у Войда, наверное, випка. Ну, випка там 20 ДПС ему даст и все. В общем, ты меня понял. Че у тебя по меткости? Не комплексуй за этого, братан. Все нормально. Оденемся в бывшую башню.
Что это танк это зашел кого? На ДД и спрашивает. Ты кого спрашиваешь? Нет ДПС? А, этот самый Тагарю спрашивает? Ага, да. Так шмот, шмот, надо сыграть же, конечно. Он говорит, у нас все то же самое. А я вот думаю, если я возьму два куска из ульты, у меня ДПС будет выше в Африке или нет? Ну дальше надо смотреть ротацию, таланты, блядь. Вот это все разбирать. Я же не знаю, какая там ротация точно должна быть. Я тебе скажу. Кидаешь шок, выброс лавы и спамишь эту самую эту молнию. Вот и вся тактика. Да, хоста это вообще приоритет. Но вот твой шмот с МП5 и хостой, это вообще ужас. Сколько у тебя хосты? У меня там на Элиме 4000 дает, у него хотя бы 800 хосты есть, где-то 700. Хосты и меткости. И спрашивает, почему у меня нет ДПСа? Да, меткость нужна. Сколько там Элимам надо? Все те же 17%, он же кастер. Нет, так а сколько у него в талантах? Есть сколько-то? Ну, сейчас посмотрим. Там в талантах должны быть 3, кажется. 3 точно. Значит, 14. Это представь, сколько это меткости, блядь. Если 11, это 290, блядь. Представь, сколько это будет. Слышь, может, я в сову тут спекнусь, а? Ебать, у тебя сова есть? Мы думали, у тебя нихуя ты полон сюрпризов, друг мой, блядь.